Хоккейная «Югра» готовится к первому матчу домашней серии. Она будет включать в себя 4 игры. Первым соперником будет команда «Южный Урал» из Оренбургской области. В рамках регулярного чемпионата ВХЛ дружины встретились 10 раз. На стороне «Югры» 7 побед. «Южный Урал» праздновал успех 3. Отмечу, что наша команда не проигрывает оренбуржцам уже 3, а последняя встреча завершилась разгромом победы «Югры» на своем льду со счетом 5-2. Статистика заброшенных шайб также на стороне северян – 36-21. Если говорить об этом сезоне, то первая серия для подопечных Вадима Япончинцева вышла не совсем удачной. В 4 играх югорчане набрали всего 3 очка, а вот «Южный Урал» добыл на 2 больше. Следить за ходом поединка вы сможете в прямом эфире на нашем телеканале. Начало трансляции в 18:55.